известно всем давно, это не стены и окно, даже не стулья за столом, это не дом. Дом — это там, куда готов ты возвращаться вновь и вновь, яростным, добрым, нежным, злым, еле живым. За облаками в вышине, там дом дарован вам и мне, там приготовлен он Христом, чтоб жить с Отцом, чтоб жить с Отцом. Но чтоб в небесном доме жить, нужно в земных домах хранить радость, любовь, Божий завет, Божий завет.